А? На картину не ходишь. Куда класть? Ногам, ногам. Нет, вот сюда вот. Можно, а? Здравствуйте, Владимир Вольф. Куда? Сюда? Я пишу на сестра. Ольга меня зовут. Сюда подойдите. Мы выпустили. Поэтому да. Вот вам на память о вашем приезде да. Сюда. Хорошо. Мы всегда будем помнить. Хорошо. Михаила Владимировича. Спасибо. И я не один здесь. Большая группа депутатов, государственных думы, председателей комитетов. Я думаю, еще никогда в таком количестве люди, занимающие высокое положение, и приезжали в город Тверь специально, чтобы поклониться памятнику Михаила Владимировича Круга. Мы его хорошо помним, знаем, всегда будем помнить. И он другой. Мы как бы его почувствовали в чем-то близость. В чем-то близость. Если бы он вот так трагически не погиб, то, возможно, был бы депутатом Государственной Думы, или вот сейчас был бы доверенным лицом. Это было бы от чистого сердца, от чистой души, потому что мы испытывали взаимные симпатии. Мы рады, что жители Твери чтят память своего самого такого известного земляка. Есть еще и поэт известный, мы его знаем, Дементьев Андрей. Но это все-таки как бы и немножко другая эпоха. А Михаил Владимирович, это вот совсем недавно, эти 16 лет уже будет. Вот в июле год, да. 16 лет будет, мы как будто бы и не расставались с ним, так быстро пробежали. Ну, нам надо дальше идти. Владимир Вольфович, извините, пожалуйста, вы сказали, что часто слушаете Круга. А любимая песня какая-то есть у вас, Михаила? Я даже название и не вспоминаю. Дайте вот сборник. Сборничек, кстати. Эти вот помощники. Взял бы да сзади, нашептывал бы. Нет, стоят и все. Ну вот оно самое первое идет, Владимирский Централ. Не только любимое, но мы с ним спели. Да. И Валуева, Владимир Вольф. И Валуева позвали мы. Валуев вышел на каком-то мероприятии. Вот. Магадан тоже, это как-то известный город, хороший. Письмо маме. То есть вот такое от души он как бы спел. Вот. Жиган Лимон, так как-то тоже. Осталось. Здравствуйте. Приходите в мой дом лучше всего. Здравствуйте. Как это не его хорошо. Песня. Надо, да, чтобы именно его это была. Это Цыганова и Слуцкого. Да, лучше. Это другие уже. Да. Ну, это вот несколько песен, которые я назвал. Это было вчера, тоже как-то впечатляет. Да. Да. И это как бы, ну, связано с жизнью. Когда там находятся песни хорошие, но не оторваны. Владимир, а он шел снизу и испытал. Все, до свидания. А давайте поставим на...